Привет! И от Реборн. На одном из их последних стримов мой подписчик Русгейм через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть очередной ролик у Квантумца, который называется «Король повелся на морковку и был затроллен». А что за король-то там? Ну-ка, дай их превью посмотрю. Бакс Банни — это король? А, кроль! Хорошо, я читаю на самом деле, типа король, блин, кроль, ладно, одно и то же практически. Давайте ролик глянем, думаю, будет что-то интересненькое. Поехали! Спасибо, Миш. Блядь! А уши торчат. Блядской ты рот! Кто, блядь, смеется в бане, когда увидел член для этих кратцев. Вот и помер, дед бан. Смотрите, у него какие на банане какие-то дырки. Как короче, лапки торчат. Перед просмотром роликов ссылка в описании. Ола, амигасы, вечер добрый, с вами Квантум, с вами Крата, с вами... Он как будто там сосед. Мими Хакер и с вами медалисты. Какая мерзость. С вами, блин, банан маньяк, это самое... Кролик-маньяк, это... Двухслёвки. Это было очень странно. Кролик, короче, блин, банан, смотри, что получится, получится весело. Мы начинаем. Погнали! Нифига себе, он быстрый. Пройдемте сюда, да, пройдемте сюда. Пройдемте сюда. Здесь потом... находится уникальный предмет, да, роскоши. Предмет роскоши? Пройдем. Это туалет. Уникальному... Это туалет, блин, пацаны. А? Пойдем, Миша. Да. Где уникальный предмет роскоши? Покажи, пожалуйста, продемонстрируй. Давай, 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 делай, делай, делай. Чемпан. Ой. Я слабак, не смогу. А что такое прикольно? Это по этим штукам прыгать можно? Миш, тебе это не понравится, скажем так. Да, я слабак. Бля, не могу. Это Артикс, я его чувствую! Тут что-то вроде паркур какой-то не... А, блин! О, обратно. Это интересно. Блин, вот такое мне прикалывает, это нравится. Что он уже сделал? Это фиаско просто для медалиста. Блядь, пацан. Почему, он прыгать не умеет? Нет, пожалуйста! Тут нет! Тут жестко. Пожалуйста! Так, а можно мне? Миша, давай к нам, медалист, выходи там справа, есть огромная колонна, прыгай а на зачем? Колонну. А зачем? Зачем ты ему это говоришь? Чтобы он, да, попрыгал туда. Пусть я еще только появился. А это что такое? Это лютое что? Тут трясется все. Ты что делаешь? Землетрясение! Землетрясение! Не делай это! Антон, отпусти! Собакен! Ёба, что происходит? А чего это тряслось? Это типа вначале вот то, что он это слабак или что такое? Где тут шпага? А, вот. У меня просто будто, блядь, ребята, не надо. Это весело, все, прекращай. Не, нифига не весело, голова кружится и плохо становится. Так, где медалист? Мне тут особенно страшно, мне кажется. Я на детской площадке. О, медалист, смотри, налево поворачивай, налево. Левый это который не драчу? Направо, направо. Направо. Прямо иди, прямо иди. Направо, направо. Блядь, сюда? Да, туда. И там поворачивай направо, и видишь такую колонну, к ней подходи и поднимайся наверх и в нее прыгай. Колонну, блядь. Бля, да. Этот уже предал меня, пошел, а. Это статуэточку, блядь? Да. Да, 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 да. Статуэточка, блин, нифига себе статуэточка, блин, размером с дом практически. И хуль на ней дел дальше? И залазь внутрь нее. Да дай он залезет. Так. Ты мутак, Данила? Я упал! Блядь, тут везде дым! Какой дым? Не должно быть дыма. Действительно, ну как бы его кинули. Иди, иди назад, иди назад, медалист. Я еще, 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 еще. Вот, хорошо. Я не вижу нихуя, у меня дым. Он телепортируется в одно и то же место. Анальная девственность, я лишён. Что? Анальная девственность, я лишён. Кто это такой? Это что такое, блядь? Это нереально, блядь, пройти. Реально, все же прошли. Не-не-не. Я ему мешаю, я ему мешаю. Это пизда, ребят. Миша, не тряси смартфон, блин. Потряси смартфон. Это не паркур, это, блядь, просто прыжки. Давай. Ну да. Как, по-твоему, будет другой какой-то паркур, что ли, типа в КС-очке? Ты первый. Пацаны. А, мне тут... Какой, блядь, выход? Ребята. Он дошел до выхода все-таки, да? Давай, три, два, нет, нельзя. Он все еще там, он все еще там, он все еще там, не надо. Давай, да нет, давай. Пока он не появится тут, не делайте ничего. Он тут. Он тут. А что ты не прыгнул вниз-то, Мне такая комнатка нравилась, классная вообще была. Пацаны, я упал, он меня не... Скорее, сука! Вот он, блядь! Ну, в смысле, Антон, Антон. Спасибо, Миш. Блядь. А, блядь, 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 блядь,
Ой. Видишь, почему я это все прохожу очень легко? Потому что это ты. Я банан. Меня снимаешь. Не снимай меня. Говна объелся. Что, говна объелся, ребята, где вас найти? Это пиздец, вы понимаете, это бана, не карта. Я вообще не знаю, куда. Не надо так делать! Ты, блин, ты только начал играть и уже говоришь, что это плохая карта. Нормальная карта, особенно вон тот этот уровень. Уровень. Это то место. Ну что это было? Где он? Он делает шлеп-шлеп, Антон. Сука, там можно! Шлеп-шлеп? Назад, блядь, сделать! Что там кнопка? Я слабак, я не смогу, блядь, я думал, ты не сможешь. Ой, блин, а? Вокруг кто-то забежал. Ой, дядя Квантук тут дает, блядь, угла. Здорово! Сука! Сука, это охуеть карта дрочинская! Да, обычная карта вроде. Какого хуя ты меня снимаешь? Жулик, не воруй! А что трястись ты шел опять? Дядь Квантум, типа, пиздец. Да не тряси, он за мной бежит, блин, мне так страшно. Ты тряси, тряси карту. Ты тряси, зачем тряси? Не надо трясти карту. Смартфон. А, смешно, нахрен. Ты, блядь, смеется в бане, когда увидел член дяди Кратца. Ага, пиздец. А, ты твой. Мышцы, сука. Вы видите его? Мышцы нафиг, да. У меня бомбит пукан. Поднимайся на второй этаж, медалист. Я тут. Видишь картину? Hello there. Добрый вечер. Ты что, охренел? Понятно, блядь. Один, второй. Там не жулик, там Даша, путешественница. Привет. Сучок. Данил, как тебе гранатка? Нормально, четко. Сучки, блядь, вообще-то нереально вас догнать, блядь. Это жулик, смотри, тебя этот. Блять, фу, начал он не говорить-то, не понимаю. Дирижабль! Опять не повезло. Точнее, наоборот, опять повезло. Я просто не понимаю, где вы. Анальная девственность, я лишь. Что? Пацаны, стопы, не убивайте меня, у меня моя проблема. Блять! Так, уже нет проблем, да? Рабочий стол включился, я чуть не офигел сейчас от жизни. Обидно было. Куда он делся? Куда он делся? Он в доме где-то. Я не знаю, я к Данилу бежал, а там уши спал. За вами! Так он включился немного, непонятно. Ёб твою мать. Фух, не за мной. А за кем? Блин! А-а-а, наебался, за него. Почему не за... Бля, мудак, я не просил за мной почаще бегать. Анальная девственность, я лишь вот. Нахер он это вставил, дебил, блин. А это ты поешь? Блядун. Серьезно, это он поет? А когда он это вообще пел, интересно? Находка для медалиста. То, что ты блядун? Дядь Квантум, это вообще Анальная очень обидно. Анальная девственность, я дешёв. Это, блин, это тогда уже новые краски вообще приобретает. Как он это нашёл, я понять не мог, где это было? Кто-то... Где это было, ты же знаешь, наверное. Так. Нет, Данил, нет. Еще попёр такой. О, Антошенька, привет, сладенький. Здравствуй. Эй, сладенькие, вы мои пушки вообще. Анальная девственность, я лишь вот. Что за анальная? Мышцы, блядь. Мышцы, сука. Дядя Квантум. Он встречен с тобой прямо. А ты анальной девственности лишён? Нет, ты же не убил меня. Ну нифига себе, сначала лапы появились, потом все остальное стрёмно. Опа. Как будто не прыгает, а спускается. Дядя Квантум не лишён девственности. Сука. Он не запрыгивает. Ну где ты? Я? Вот ты жук, блин. Это пиздец карт. До свидания просто. Да. Анальная девственность. Я лишён. Давай, дядь медалист, я живот на штуке на это. Он перепрыгнул, что ли, её? Потому что, по идее, если бы пробежал, он должен был упасть, не? И тут, блядь, тут видел его руки, нахуй! Дядь Данил, неплохо телепортировался. Отлично, нормально. Я выхожу через 3 секунды, 2, я иду нафиг. Скорее, ты мне очень поможешь, если сделаешь это. Понял, давай. Ага. Спасибо, Антон. А вы где вообще, гайс? Попробуй сам. Хорош! Идеей, мой друг! Большой друг! Да не, подсказка! Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но... А теперь их двое, кстати, медалист куда-то смотри, делся. Смотри, дверцы дергаются, всё...
Видимо, он психанул и ушел, да? Все отлично, все как мы любим. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Сути, да. Вы сразу туда уйдете или попозже? Откуда? Я тебе по ушам твоим. Ну, обидно. Ты ушатая. Ну, не то, ты чтобы ушатая, по падла. Вкусу вкусно, но по сути вкусно. Ищет! Где же он? А, где же мы? О, Данил, ищи нас давай. Так. А я тебя знаю. Куда ты тпшится постоянно? А, это ты. Он за тобой идет. Ладно, я... No comments, ёпки. Добрый вечер. Мистер Бананище. Скажешь, как зайдешь в дом, я тебе могу помочь. Немножко. Хорошо, Миш, хорошо. Давай, давай. Так у меня проблема, Миш. Какая у тебя проблема? Какая? Дверь закрыта, сука. Блин, придется открыть это. Отвратительная проблема, открыть не можешь, да, совсем? Вот прям вообще никак не получается. Ох, ты-то хорошо. Ну, если ты хочешь туда, конечно. Я нормально поворачиваюсь. Ты максимально клево поворачиваешься. Я вообще отлично поворачиваю. Там контент записывает, сидит в четырех стенах, кайфует пацан. Да. Сосон. Сосон? Буква конь. Думаешь, ты решил развернуться? Буква контент на барабане. Конечно, нет. Скажи, если ты в дверь зайдешь. А что он затормозил-то, непонятно. Я понял. Или да. Походу, да. Я, блин, вуфу. Я вуфу. Я вуфу. Это обзор вообще, это вуфу. Эту нычку или нет? Да мне кажется, он знает эту нычку. Конечно, знает. Да нет, 100% не знает. Смотри на эти уши. А кем ты за мюжами смотришь? Ой, сейчас. А, все-таки знает, да? О, привет! Ебать, а то все гораздо интереснее было, прикинь. Нас в одно место зателепортировали, это хорошо. Ну не в аду, конечно, но прям очень рядом было. Это хорошо. О боже, мама, мама, а че ты, Мишакер, в дерево не бежишь больше? Мишакер? Бегай в дерево, Миша. Мне так нравится, это в дерево бегаешь. Это как-то немного странно звучит. Это так весело, здорово, интересно. Ну и что у нас за кросс-нации, что за догонялки? Давай ты... Погибнешь и все. Да блядская! Застрял? Миша, пока. Блядь! Че он опять застрял? Что препятствие на ходу, как обидно-то, а? Себе препятствие создает, убегает. Миша, реально, типа бежит, и что-то раз застрял, непонятно почему. У меня попку видно. Да, Миш, там дальше тоже есть. 7 секундочек у нас! Вы все знали, а что ты тогда притворил? О, опять медалист появился. Я не... Все бороться. Да нет, сзади, сзади. А чё, как оно работает-то? А во! Я вот не знаю. Так вот. А тут чё, есть куда свалить? А чё, надо убедиться, она не работает, как, походу. Как работает? А как она работает? Да, Миш, давай на тебя проверим. Давай. Миш, понажимай на Е внизу. Ну, у меня сработало. Шляпа какая-то, непонятно, как это работает. Иди, иди постри. Иди сам смотри, ты чё, блин, банан, что ли, вчерашний, сегодняшний банан? Да нет, вы все вчерашний, по-моему, видишь, какие-то жуки. Тихо, не нажимай только. Пробежал. Я его сейчас привлеку, и мы будем смеяться. Нет, иди открой шлюз, а я выкину, давай. Какой, блядь, шлюз? А как его открывать-то? Какой шлюх? Ты не слышишь, бахает, Антон, давай еще раз. А, у двери там? Это где, на улице? В доме. Какой улице, о чем ты? Глухой! Фу-фу-фу! Медалист! Только ты его тройник слюзов, понятно? Нормативы по тройнику сдавай. Медалист в коридоре. В каком? Там куча гранат взрывается. На первом, на первом. Медалист, тебе уже до хера гранат кинули. О, что-то пошло. Сука, сука. Я нажал, блядь. Ой-ой-ой. Так. Почему так шум? Война. Да медалист! Чисто Донбасс, ебать, устроили. Вообще все легко, считай, смотри. Чисто вот еще немножко, дядь Миш поиграл. Тихо, подожди, не надо. Побежали. Жампы! А че жампы? Ебучая дверь, кто ее открыл? Сука. А че ты назад-то заднюю включил? Как он вас до сих пор не нашел, медалист? Вот так. Ты помер, дед банан. Ой. Нормаз, улетел. Твою
убил, ты что я? Так это не квантум сделал. Почему, блин, если сделали, ну, если что-то получается какая-то подлянка для маньяка, все, значит, виноват квантум. Простите тогда, пожалуйста. Дядь Квантум, ты бы уходил тут, дядя Кратос, то есть. Это все, блядь, указывало на вас. Телепортируйся, телепортируйся. Где твоя дырка-то, я не пойму. Уходи, дядь Кратос. Никак не может попасть. Дядь Кратос, уходи! Путь свободен! Что? Да, блядь, я ж прыгнул! Блядь. Дядь Кратос, на Е нажми, дядь Кратос! А, он ТП шелся, все нормально. Нихуя не нормально, товарищи. Ай-яй-яй, дядь Кратос! Антон, второй этаж, дашь спокойно, следопыт, спокойно, помнишь? Спокойно, дядь так. Кратос! Почему следопыт, она путешественница? Спокойно, спокойно! Ты пиздец фартовый гусь, блядь! Я знаю. Не, да прыгай, я же нахуй, ты пиздец фарт. Дело, дело, дело! О, получилось. Дело, дело, Антон, второй этаж, дашь? Фу, блин, я уже думал, сейчас обозаком нет. Заходи в комнату. Дирижабль! Ага. Заходи! Ага! Тебе жопа, Антон! Ну вот и все! Ну вот и все, ребята! А, стоп! Не играл, блядь! Закрыл! Зачем? Это а плохо было. Чё, я ничего, короче, похуй. Я чё, я ничего? Ага, блядь. Сердцеедка! Ага. Квантум сердцеедка! Сейчас почему он получит сердце... от меня пиздюлины метка! Ой-ой-ой. Ладно. Ой, как это страшно. Страшно звучит? Боимся, боимся вообще, да? Рулит, рулит. О. Ты съебался, что ли? Да. Давай, давай. О, отлично. Наконец-то она опять в этом этой, в этой комнатке. Она знаешь, мне нравится. Где прям. Я? Где на это? Паркуре. Пиздишь. Да так ты иди проверь. Тут вообще дело такое, что вообще просто прыгаешь по плиткам, кайфуешь. Угу. Chill after work. Ты врешь. Что это нифига. Значит? Нифига. Бля, не-е-е. Будешь. Отвечаешь? Иди посмотри. Отвечаю. Иду смотреть. Жди. Ты еще назад. Видишь, он здесь. Данил, короче, не будет срываться с места, если что. В смысле, а что это за... А что это он, а, типа, в обратной стороне оказался? Ты меня заговоришь. Ой. Ой, Данил. Типонька, типонька. А, оказывается, эта штука перемещает обратно, ладно. Он не... А я думал, она трясет. Я упал, блядь, сразу, пока думал. Пока думал. Я прыгнул раз 10, нахуй. Доказать себе, видимо, что-то хотел. Так. Походу. Не, это просто интересно. Ну, залипательно просто, прыгать. Что, да, местонахождение. Гейм, идем просто прямо. И сейчас Монорим, такая морда. Вот, края. Это же очень интересный геймплей. Миндалист на шифтине. Миндалист? Они отходят, смотри-ка. Вообще, ты смотришь, что творит? Нет, охренеть. Он не ходит. Его просто не слышно с такого расстояния. Не-не-не, он медленно ходил. Офигеть. Прикинь, что происходит. Какие-то у вас непонятные движения. По-моему, стену залезли. Сейчас такой медалист сидит. Да, работай! Анальная девственность, я лишь. Шикарная песня. Кролик, а? Блин, полторы минуты еще бегать от него. Я за кролика играю? Да, ты петушиный кролик. Какой петушиный? Нет, не было такого, ебать, в сказках. Так это не сказки, это Бакс Банни. Я все сказки смотрел. Так это другая. Не все не ври. История про петушиного кролика. Ты не слышал такую сказку? Нет. Плохо. Значит, такой нету, да? Ай, ау. Дядь Данил не попал. Потому что я упал, но ты продолжаешь бежать за мной. Я... Поэтому петушин, да? Да, потому что да. Я упал. Ты готов бороться? Да. Нет, не хочу бороться, отстань! Давай. Борьба точно? Ушла. Нет. Бля, дядь Квантум, а я ж догоняю. Да? Угу. Что? Фига себе, он выпрыгнул, даже не знал об этом, да? О, нифига себе, прям рядом с ним выпрыгнул тоже. Страшненько. Да, я тоже, слышь, удивился, насколько ты творишь, блядь, чудеса. Офигеть. Долго не буду продолжаться. Блядь, ну я же знал, нахуй, что там нельзя тебе, блядь, доверять. А чё доверил-то? Какого хуя ты меня снимаешь? Ты что, блядь, говна объелся? Ты снимаешь меня... Типа, если я снимаю, значит, я говна объелся, да? Я снимаю, Квантум, честно, блядь. Да. Пиздец, ты жучар вообще. Если, блин, снимает, ты чё? Это санкционированная девственность, я снимаю. А что она не открылась? Или это он ее открыл-закрыл? Откуда это вообще взял то, слышишь, блин? Слышу. Медалист. Это я говорю. Здрасте. Бля. Так, а почему ты говоришь, что это, типа, ты почему ты волнуешься, если ты говоришь, что это не а ты жук, говоришь? Жук, 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 жук. А чё жук, ты так пошёл? 4, 3, 2, 1. Еее, выиграли. О, привет. Так.
О, привет! О, здорово! Ребят, видос, как обычно, офигенный получился у Quantum Ца. Спасибо большое ему за контентище. Огромное спасибо Русгейму. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.